Всем привет, дамы и господа. Не хотел вас тревожить, но так получилось, и здесь нет моей вины. Все банально. Просто вот такие вещи появились, поэтому пока вот по горячим следам. Это самое, зачем их прятать по сундукам и вообще там вести себя некрасиво, когда можно просто людям показать, и чтобы они знали все, чем дышит страна. Вот такие две интересные вещи. Они, ну, они, соответственно, куплены, конечно, были не у одного продавца, но вот они как-то друг друга притянули. Справа от меня шикарное огромное блюдо. 30, кажется, оно. 30. Краудхайм. Ну, я марку, может, покажу, может, нет, можете поверить. 46-го года. Там написано US зоны, то есть зона влияния США после Великой Отечественной войны. Ставились такие марочки с 46 по 48. Вот. Вот такое потрясающее блюдо. Посмотрите, сохранность. Очень-очень-очень. Хранилось все это, соответственно, вот в одном из домов одной деревни, в которой мне посчастливилось побывать на экскурсии, осмотреть достопримечательности. И вот повезло купить такое огромное блюдо. Оно глубокое. Оно вот такое витиеватое, ну, очень высокохудожественное блюдо, большое, с цветами. Но это и самые излюбленные, конечно же, мотивы. Я думаю, на первом месте они находятся. Потом уже идет это самое кобальт, там, может быть, а может быть, просто ни о чем. Вот, посмотрите, видите, вот такая вот, я не буду там слишком, видите, написано US зоны, Краудхайм. Из чего мы можем сделать вывод, что это сразу после Великой Отечественной войны было произведено. Состояние великолепное, никто ничего с ним не делал, никто к нему не применял никакие насильственные действия. Вот как лежало 46-го года, вот так оно и до 14 мая доехало. А теперь у нас оно. Вот, поэтому я это делаю зарисовочку для информации, если кто-то хочет приобрести эти прекрасные вещи, так как вот эта ваза Егер, это примерно тех же годов, 49-го года, великолепная высокая ваза. Сейчас я зубами рулетку, чтобы сразу же предъявить. Так, что у нас здесь? Ну, скажем так, 29 сантиметров, ну а тут, как я и говорил, 30, то есть не соврал, что очень характерно. А зачем мне вас обманывать, я что, какой-то вообще неуменяемый, что ли? Все должно быть четко, по фэншую. Да, интересно, такие мотивчики, значит, идентичный абсолютно цвет, слоновая кость, то есть не постельный тон, а именно слоновая кость. Вот. Вот такая вот шикарная. Это Егер. Типичная для Егеря форма. Показываем марка. Такая же марочка с 25-го ставилась, но просто слово Германия там было вроде бы как бы золотом написано. А так вот точно-точно так же. Так что если вы встретите вот такую вот марку, там будет золотом написано или каким-то там, то вероятно с 25-го года, а это 49-го. Ну, что не умаляет. Что не умаляет. Это очень хорошая мануфактура, очень красивая. Я не зря вам показываю вот так вот. Очень четко. Видите, и цветочек. Все в ней есть. Представьте, что они уже немножко пожили на этом свете. Вот такой вот хороший. Такой, добрый такой, в общем, декор добрый. И здесь такая же, да, по идее. Композиция. Вот такая ваза. Вот я просто решил, я не хотел вам показывать это, знаете, так вот в таком минимализме всего две вещи, но потом подумал, это очень красиво, а вдруг кто-то захочет иметь этот ансамбль такой вот. Здесь пирожочки, здесь, соответственно, может быть ничего не может быть, так как декель. Ну, в общем, вы меня поняли. Вы меня поняли, мою мысль, почему я их в паре демонстрирую. Так что вот на этой ноте, господа и дамы,
всегда желаю вам добра, здоровья. Подписывайтесь на этот канал и подпитывайтесь. Прям вырвалось, знаете, у поэта слова не удержишь. Подписывайтесь на Telegram, если какие-то вопросы, под каждым видео есть контактный номер, это WhatsApp. Написали слово, и мы вам ответим. Вот. Так что всего хорошего, берегите себя, и все будет отлично. Будут красивые вещи, будет хорошее настроение, будет Новый год обязательно. Дед Мороз, Снегурочка, ну, в общем, все как мы любим. Жизнь продолжается, и пускай у вас будет, может быть, на какой-то миллиметр хорошее настроение сегодня от этих вещей. Лучше. Пока.